Тихо! Это все Сенька косой попутал! Сказал, что сын твой на привал ведьму привел! Людей из-за тебя чуть не зашиб. А ты я вон че? Бери лямки. А после поговорим. Да вот где твои лямки. Ухожу я. Быть не могу я без нее, понимаешь? Знобит от твоей песни. О чем поешь, не понимаю. Оно как привораживает. Куда мы теперь? А как скажу, испугаешься. Да лишь бы ты не испугался. Тебе другая одежда нужна на таком пути. Смотри, ты не боишься в таком подлом месте одна разгуливать? Кто это? Райская птичка из ада. Проститутка? Да. Фу. Я думал, актриса. Это девки Станы. Ему здесь все развлечения принадлежат, кроме ваших боев. А бои, значит, меня оставил. Ну, душа человек. Хочет помериться, кто круче. Ну, давай, давай, померимся. Яш. А на британцев сегодня много поставить? Да, кто на них ставить-то будет? У них команда неполная. Лучшему бойцу ногу сломали. Твоя работа. Ладно. Папиросы есть резвон. Подходи со всех сторон. Ну, вообще, варварство, конечно, это стенку на стенку. Лишь бы не по людям бить. Британцев жалеешь. Зато забава какая. А? Вон он, феномен нашей жизни. Ну не можем без поля. Может и можем, но никто же не предлагает. Пардон? Пардон, пардон. Погоди, погоди. Держи его! Что не говори, ловок парень. Вот оно, народное искусство. Они думают, ты их жулишь, ты думаешь, они тебя. Вот так и живем, кто кого. Что за дрянь? Кто этот английский табак делает? Опять сатановские ему клюют. Excuse me.
Excuse me. Извините. Позвольте, 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 позвольте. Куда прешь? Место парка. Ну, нашел? Нет дураков за ним чуру драться. Мы не немцы, мы британцы. Give your jacket to me. Отдай мне свой пиджак, пожалуйста. Найди другого бойца. Джеймс. Джеймс. We have a problem. У нас проблемы. Чего того? Того. Нет, это не пойдет. Он немцев не любит. Мы не немцы. Все равно не любит. Найди такого. It's too much. Больно много. Быстро, быстро. Паркер, деньги готов. Третий палец забыл, что ли? Русь святая против бритов. Пойдем. Оглобля, заработать хочешь? Что делать надо? Морду бить, стенка на стенку. Вон против тех. А? Пятеру плачу. Деньги вперед. Ух ты ж. Пойдем. Угу. Стой. Ерян, что ли? Стой здесь. Почем надеть? Давай, одевай. Одевай, 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 одевай. Извините. Что здесь? Что? Что? А где ты лучше ты сейчас найдешь? Мы с этим братом полсотни боев провели. Да, братец? Угу. Он чемпион. На медне дюжину заломал один. Ну, да, братец? Угу. Его послушать, у него вся Россия и его братья. Месть траться. Пока не жалуюсь. Прекрасно. Дай сюда. Ну что, парни, приготовились, потому что это будет драка между джентльменами. Здесь нет места обману зубам и ударам ниже пояса. Но мы не джентльмены. Именно. Так что давайте покажем этим русским барышням, как настоящие англичане дерутся. Эй, Майкл, почему ты думаешь, что мы сегодня победим? Они всего лишь мужики. Все, что они могут, это махать кулаками. А знают ли они, что такое настоящее искусство драки? Я немчуры, повторяю правила. Лежачего не бить, кастета в кулаки не прятать, за спины не нападать. Начинай! Ну разве это не житуха? Аж кровь закипает. Жизнь только страшная. Ugh!
сюда. Один готов! Мимо, что помер, господи! Да ты что, баба, смотри, усы еще шевелятся! Кровище, да кровище! Мочили. Пыль. Прах. Они драться не умеют. Я говорил. А кто? Я говорил, что они в меньшинстве. А Паркер хитрый. Где он этого драчуна нашел? Подходи за выигрышем! Давай. Поднимайте их, ребята. Никого не бросайте. Под шумок. Было весело. На здоровье. На здоровье. Он опаздывает. Больно? Нет, все хорошо. Ты лучший. Так откуда ты? С Волги. Волга. I know that place. Знаю это место. Там на горяще. Идет с обеда. Really? Правда? Wow, ты отлично справился well для первого раза. Тогда давай отпразднуем нашу победу. Yeah. А меня в компанию примите? С Викторией? Хорошо. Ну что, мисс Паркер, как самочувствие? Не соскучились у нас? С братом не соскучишься. А чего он вас девках-то держит? Посмотрите, сколько кругом интересных холостых мужчин. Вы себя имеете в виду? Ай, мисс Паркер! Париж, Париж. Но в следующий раз моя возьмет. Нет, драк больше не будет. У меня у двоих сотрясение, один со сломанной ногой. Ну на черта мне твои драки? Я слыхал, что ты кожаный мяч хочешь гонять с сокольниками. Там бойцы посерьезнее сегодняшних. Держу пари, проиграешь. Ну, Родион Арсеньевич. Не мешай! Ну что? У тебя мало денег. Нет, не могу. Прости. Ну ладно. А я-то думал, что в Англии мужик всему голова. Эх, мисс Паркер, мисс Паркер. Я принимал ставку. Вот это наш человек! А то заладил не в этот раз, не в этот раз. Слушай, хорошо дрался сегодня, парень. Если надо чего, заходи. У меня тут фабрика неподалеку. Спросишь Балашовку, любой покажет. Да. Приятного аппетита. Не сосисуем, Балашов. Да, скоро увидимся, Балашов. Джеймс. Джеймс. Пойдем, пожалуйста. Джеймс. It's a risky bet. Джеймс, это рисковая пари. I know where to get the money. Я знаю, где взять деньги. Спасибо. До свидания.
Постой. Что ты знаешь о футболе? Неужели вы на самом деле хотите на русских поставить? Вы даже толком не знаете, как в этот играют ножной мяч. Так потому интересно. Ну, не знаю. Лучше бы картину, что ли, купили какую. Картину? Вот где картина. Город растет, люди чего-то жаждут. И жажду эту утолить надо чем-то новым. Новой страстью. И, похоже, я знаю, что им предложить. Бывай, Яша. Трогай! Не будь такой мрачной. Мы не в аду. Да, мы не в аду. Мы в России. Думаю, я сделаю из него нападающего. Нет, защитника. Что скажешь? Не знаю. Здорово, барин! Дома? У себя. Опять? Третий день уже так. Дружка ищет. Какого дружка? А пес его знает. Он не по-нашенски говорит. Вроде фовод, что ли, какой-то. Фовод? О, точно, точно. Вот его, лешего. У отца Никодима кадила отобрал. Тот просто в гости пришел. У дьякона Петра кадила отобрал. Говорит, плохой у тебя свисток. А отец Петр просто хотел его от бесов отчитать. Так не дался. Орал, плевался. Пришлось его вот в дом загнать. Ну, больно сильно он ругался. Вот два дня никого к себе не подпускает. Благодарствую. Джонс, это я. Серьезно? Джонс, открой дверь, это я. Иди к черту, Паркер. Что тебе нужно? Я привез тебе форварда. Ты определенно влился в народ. Ты все еще в одежде, в которой проиграл? Одежда не проиграла. Это были мы. Где он? Ну, что думаешь? Сильный парень. Посмотри-ка на него. Он русский. Он русский. Я знаю. Я знаю, что он русский. Но у него талант. Посмотри, какой он сильный, высокий. Посмотри. Даже если он чертов племянник царя, ничего не изменится. Они играют в мяч, а не в футбол. Ну ладно, будь по-твоему, Джонс. Можешь опять проиграть, если тебе так хочется. Сини! Сини! Все равно, он русский. Значит, договорились, и парень остается у тебя. Отлично. Играть через 10 дней. Джонс научит тебя всему. Слушать его. Будем надеяться, Джонс подготовит его. В любом случае, присмотри за ним, хорошо? Мне надо уехать. Куда ты?
Есть кое-какие дела. Давай, Варлам. Отлично. А ты думал, будет легко? В ворота, а не вправо. Очень хорошо. Еще раз. В ворота. Ты устал. Ужасно. Наверное, только сумасшедшие в этот футбол играют. Даже если я пойду по воде, он все равно будет говорить, что я не умею плавать. Смотри. Ты иголка, а мяч нитка. Куда ты, туда и мяч. Все получится. Варлам, завтра ты будешь тренироваться с командой. Как ваш главный советник, я категорически против этой затеи. Одно дело, когда петербургские борчуки балуются, а чтобы наш дикий народ гонял рыбий пузырь. Да дикий-то он дикий, а дашь ему пряник, глядишь, он как медведь в благане танцевать начнет. И не рыбий это пузырь, а ножной мяч. Вот эти сволочь. Печушка маленькая понимает, что я с ней играю. А если мужикам мяч показать? Бесполезная вещь. Фу. Смотри, умные люди пишут. Футбол – это не футбол. Мяч как заяц, игроки как охотники. Эти люди через эту забаву злобу из себя выводить будут. Что ж вы хотите сказать, что и... Все войны прекратятся, если в футбол начнут играть. И прекратятся. Нам бы только стадионы, как в Греции. Ну и чтоб великий князь помог. Итак, Варлам, у нас 5 форвардов. Ты главный нападающий. 3 полузащитника, 2 защитника, 1 вратарь. Вратарь защищает ворота. Понятно? Ты, Варлам, главный нападающий. Да? На подороже, а?
Помните, стремись к Луне и поймаешь звезду. Да. Давайте, парни. Быстрей, держите мяч. Посмотрите, кто это бежит по правой бровке. Это Варлам, упорство, усердные тренировки. Чемпион, и важно во дворе, и на стадионе. Чемпион, вчера был форвард, сегодня стал чемпион. Чемпион, не важно во дворе, и на стадионе. Мальчики, вам нужно освежиться. Здравствуй, принцесса. Я вернулся. Я вернулся? Да, добро пожаловать домой. Я отсутствовал немного дольше, чем предполагал. Знаешь, на дороге так жарко, да еще и пыльно. Отвратительно. Я видел Варлама и Джонса на улице. Я начинаю нервничать. Не надо было на него ставить. Что если мы проиграем? Мы не проиграем. Не забивай этим свою хорошенькую головку. Почему ты такая отстраненная? Поцелуй меня. Давай. Что? Что? Что это? Что? Духи? Духи? Я ничего не чувствую, ты опять выдумываешь. Почему ты такая... Варлам, мяч. Давай. Немного выше. Немного ниже. Не в меня, Варлам. В круг. Эй! Эй! Барни, мяч не залетал? Прости. Мяч! Не залетал? Я не глухая. Зайди сам, поищи. Может, я не заметила? Ну что застыл? Заходи. Извините, барыня. Малость попутали. Не серчай. Убирайся. Убирайся. А леди эта, Аглицкая, женщина красивая, но подлая и завистливая. Тяжко ей придется. Жалко мне ее. Зря приехали. Не зря. Сергеича, сухарный, без хмеля. А Балашова я сам отнесу. Он только хамовники пьет. Давай. О,
Вадим Арсеньевич, от заведения, как вы любите, по случаю имени. Павлуша, дорогой ты мой, дай я тебя обниму. 15 лет меня кормишь. Ни одного дня голодным не оставил. Павлуш, ну скажи ты мне, Христа ради, секрет своей кулебяки. Ну что ты такого туда кладешь, что из меня всю душу просто... Родион Арсеньевич, ну зачем вам эти глупости? Вы человек государев, стерлядочка там, печеночка на линии. Ну и травка моя секретная. Ой, приворожил ты меня. Родион Арсеньевич, просим сыграть! Просим! 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 Я слушаю тебя внимательно и чутко. Я слушаю все то, что говоришь мне ты. Но где-то там в душе болезненно и гулко мне чудится и зло сердечной пустоты. Фил. Что? А ну чё встал здесь? Воздриснули! Что? Увези её. Совсем. Чтобы не видеть. Завтра здесь нет никого. Увези. Барни, накинуть бы не мешало. Вдруг заупрямится. Сделаю так, что не заупрямится? Yes. Сначала сделай. Там еще. Быстрее, быстрее. Быстрее. Да. Варлам, ты должен быть сильным, чтобы победить. Сильным. Чёртовы русские. Сильно! Бери! Беги, беги, беги! Беги! Быстрее! Быстрее! Баста! Баста! Варлам, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты не можешь все бросить. Бросить легко. Умереть легко. Выиграть сложно. Варлам, поднимайся. Помни. Ты звезда. Звезда. Что ты со своими нитками-то все время? Нравится мне. Я рубаху шью для особенного человека. И как пошью, так и ходить будешь. А если пошью криво, то скорякой можешь стать. Да где же она? Элис, долго тебя ждать? Я сказала, что мне нужно еще полчаса.
Хватит орать, пожалуйста. Полчаса. Мне нужно еще полчаса. Она делает это намеренно, чтобы разозлить меня. Конечно, намеренно. Как всегда. Мы точно не успеем. Давайте садиться. Я должна остаться здесь. Почему? Элис просит помочь. Не волнуйся. Все будет хорошо. Я приеду позже. Ну, значит, мы поехали. Не густо. И вы говорите, что за этой игрой будущее? Ты... Oops. Well done. Don't worry. Не беспокойся, все хорошо. It's for you. А это для тебя. It's tradition. Это традиция. Here, here. Come on. You must do it. Просто выпей. Okay. Хорошо. Молодец. One more time. Еще разок. Please, baby. Давай, малышка. What, boys? Ну, ребята. Now, we all know that... Мы все знаем, что сокольники – аристократы. Но они могут катиться к черту. Ну что, вы готовы? Задайте им жару. Где ты его видел? Это ж мужик тот в драке, из-за которого вы Паркеру проиграли. Это Бурлак, что ли? Да. О, не знал, что он еще и футболист. Быстрее, быстрее. Жадай. Довольный, черт. Прогнозы оправдываются. Надеюсь, ты не поставил на сокольник? Паркер взял. Что с Волги, понимаю. Что драчун, понимаю. Футболист не понимаю. Русский характер, Яша, это... Вот жалко, князь не пришел. Хотя хорошо, не увидел позора своего племянника. А что, русский нападающий, это его племянник? Так это... Пузырь гонять, это игра Борчуков. Одни тапки футбольные, знаешь, что тут стоит? Вы бутсы имеете в виду? Ну, не знаю, если... Англичане еще раз нашим забьют, то
Денег мы потеряем. Ого-го. Да деньги что? Я на эту игру всю Москву ходить заставлю. Ух, сильща. Сатана-то нам зачем поставил? Не прогадал нечистый. Чернова высоких в центре. Очень даже ничего. I think it's my knee. Oh, yeah. Что ты делаешь? Малика где? Малика где? Варлам, вернись. Вернись, Варлам. Где Филимон? Тихо, баба, тихо. Здесь все равно никого, кроме нас, нет. Не подходи, окаянный. Если бы не ты, мы могли бы выиграть. Что это было, Варлам? Что это было? Ты что там творил? Ты что там творил? Хочешь меня толкнуть? Давай, давай, толкни меня. Спокойно.
Убили! Смотри. Убили! Ты это видела? Мы проиграли. Мы проиграли все его деньги. Я с ним поговорю. Я все исправлю. А ты иди домой. Я поеду с тобой. Нет. Да. Нет. Да. Как интересно все. Вернулась. Я уж думал, нам хана. Да, и русский странно изменился. Такое ощущение, что его опоили. Могли. Вполне могли. Ставки дело такое, как... Куда это он так помчался? А где Малик? Стой! Малика где? Человек она покалечила. Коню в город ее забрал. А кровище-то было. Она человека покалечила, и ее усатый пристав скрутил. Пошел! Здорово, брат. Не брат, а тебя иди куда. Оглобля! Ты чего варился-то? Да это... Слушай, помощь нужна. Жандарм еще. Усы рыжие, двух пальцев на руке нет. Знаешь такого? Ну, а если знаю, у меня что с того? Да нет у меня ничего. Не деловой ты человек, Оглобля. А вот это что такое? Это не мой. Просто так с тобой ходит, что ли? Чего с тобой, на? Ну, держи. Пойдем. Ты обещал мне победу. Я поставил на тебя. Знаю, знаю. Я все верну. Как ты собираешься это сделать? У меня все схвачено. Я просто не хочу, чтобы было... Между нами недопонимание. Какое недопонимание? Недопонимание. Ты занял денег. Ты проиграл мои деньги. Недопонимание. Котик! Джон сказал, что он готов. Все было отлично. Что? Вы видели, как он играл первый тайм? Но во втором такое впечатление, как будто он был в бреду. Это все он. Он нас поставил. Я думал, у него голова на месте. Но кто-то его подкупил. Подкупил это... Это очень плохо. Ты обещал, что найдешь замену. Это были мои деньги. Очень большие мои деньги, понимаешь? Ладно, ладно, ладно. Всего лишь деньги. Это игра. Такое случается. Просто иногда ты теряешь удачу. Oh!
Это что ли, защитник? Хорошо. Ну, и что, у тебя есть защитник? А что надо? До утра 1000 принесешь, отпущу. Иначе я ее оформлю как положено. А там, как Бог даст. 1000. Убери это все. Встал. Так там это. Что там это? Сестра его. Не было у него никакой сестры. Она у входа сидит. Блондинка. Так это жена. Вдова. Они же некому позаботятся. Некому. Малашов. Гад. Картины собирай. А я чё? Чё я хуже-то? Нет, лучше. Тащи её в мою коллекцию. Ага. Убери это. Убери это. Мужики, Балашовка где? Чё, фабрика? Ага. Тут рядом, пойдем. Мне бы... Если Редис пришел завтра в 9 утра, приходи. Нам как раз грузчики потребуются. Ты? Это ж ты сегодня за британский футбольный клуб играл. Я. Заходи. А ну пропой души. Только 1000. Может, больше надо? Ты скажи. Нет, ровно 1000. А как отдавать будешь? Драться за вас буду. Нет, мил человек, так не пойдет. Кончилось время драк. Эх, какая эпоха ушла. Значит, не поможете? И где только таких делают? С Волги. Бывайте. Постой, мил человек. Ну-ка, вернись. Скажи-ка, зачем тебе такая куча денег? Дело очень непростое. О, ваше понимание ситуации, Родион Арсеньевич, подкупает. Всего вам доброго. Ваше высокоблагородие. Я занят. Там труп нашли. Британского гражданина. Опознали уже. Британское посольство сообщать? Какого гражданина? По бумагам некий Паркер. А люди его где? Убеси меня отсюда. Спасибо, Борин. Ну, поехали. Поговорить надо. Вы здесь побудете. Успокойся. Пусти. Мне здесь понравится. Пусти.
Вы не можете меня здесь запереть. Я гражданка Британской империи. Меня будут искать. Ничего, ничего, милая. Сначала здесь всем не нравится. Привыкнешь. А куда деваться? Где Паркер? Где Паркер? Отпустите меня. Бедняжка. Там ведь по ней не кормили. Вот он, Павлуш. Родион Арсеньевич, если что-нибудь еще изволите, только моргните. Ну, и что ты решил? Уедем мы. Завтра же уедем. Какой прыткий. А кто мне долг возвращать будет? Ты думаешь, я забыл, как ты давеча летал по полю? Долг я вам верну. Вернешь, вернешь. Потому что я на этот пузырь ставку сделать хочу. Эх, чудак-человек. Я же из таких, как ты, самородков команду хочу собрать. Агликов теперь без Паркера нет, разбегутся. Остались сокольники. Вот это будет пари. Вся Москва придет. Почище, чем революция. Мужики против бар. И хороший русский футбол. А играть кто научит? За тебя, Паркер. Покойся с миром. Джонс. Пошел вон, Балашов. Если не уйдете, пейте. Прими наши соболезнования. Паркер, по-своему, был хороший человек. А в интерес, да. Такого масштаба. Футбол вот привез. Ну, помянь. Ах, сатана! Кого этот ублюдок убьет в следующем? А что его сестра? Элис была его женой. У Паркера на все была причина. А? Какого класса авантюризм. Значит, Элис тоже того. Нет, Элис сильная женщина, она умная. С ней все будет хорошо. Прошу к столу. Варлам, приведи свою девчонку. Похоже, она замерзла. Пожалуйста, вот наши девочки. Кого выбираете? Это. Очень строптивая, знаете. Вот хорошая. Вот Нет, и это. Хозяин барин. Не трогай меня. Пусти, опусти стекло. Знаешь, кому говорю? Опусти стекло, я тебе сказала. Паркер вас всех убьет. А что это все? Паркер, Паркер. Утонул Паркер. Слышь, сдох твой Паркер. В озере он рыбок кормит. Нет. Нет.
ты милая. Ты что? Я же пошутила. Да, я пошутила. Сделаешь все, как вам скажут. Не трогай меня. Вы хотите играть в футбол, ничего про него не зная. Уважаю за смелость. Но единственные, кто понимают футбол... Англичане. Нет, шотландцы. Балашов, у тебя есть деньги, но нет поля. Нет поля, значит, нет футбола. Будет тебе поле. Русское поле для британского футбола. И зрители. Что еще? Хорошо бы игроки. Так это совсем просто. Фу, у нас их. Найдем. Все. На воздух и домой к жене. Привет. Хамовники за вчерашний вечер море истребили. Надо снова заказывать. Здрасте, Павел Ларионович. Не могу я больше платить. Бенза, помоги человеку. Двое на одного. Страшно. Ладно, Павлуш, жизнь длинная. Еще свидимся. До свидания. До свидания. Трактир закрыт! Ты в цех? Возьми. Что, Яш? А, Яш, пойдем к Павлуше, а ты что-то с утра не ешь. Не время еще, мы приказчиков там не отпустили. Ну, давай, зови. Хотя нет, давай сначала к Павлуше, а они подождут. Некуда нам идти, Родион Арсеньевич. Порешили Павлушу, люди сатаны. Казнили Павла Ларионовича. Война, Яш. Война. Вы видите, про что все пишут? Вы про этот ножной мяч? Как же, слышал. Англичане называют это футбол. Как? Боль? Да не боль. Говорят, они открыли новый способ движения. Неужели? Новый способ движения от англичан? Люди добрые. Кто чем может? Ну, люди, ну, хоть копеечку. Креста на вас нет! Господа, хорошие, представление, два целкова всего может прямо в переднем ряду сесть. Только юбку девочки не задирай. Девочки? Я же мальчик. Ты мне не срамословь-то. А чё грустные такие? Да к цирку ехал. Мы остались. Денег хотите? Торг? Поликар. Двое есть. Да ты бы хоть объяснил, какие они нужны. Маленькие, большие. С большой ногой. Да? Нет. С большой ногой найдем. Ну тут талантов знаешь сколько? Россия. Сейчас найдем. Ты только скажи, какой. Хорош. Mm-hmm.
Ужас. Группа дикарей. Дикая лига. О, хорошо. Дикая лига. Если сумеем набрать из них команду, будет чудо. Не вижу среди них еще одного форварда. Здесь деньги за ножной мяч обещали. Я быстрый. Умеешь играть? Играешь? Играю, играю. Мама моя говорила, что я лучше. А я всегда слушаю свою маму. Удачи. Отыграй мне. Хорошо. Вчера был форвард, сегодня стал чемпион. Чемпион, не важно во дворе или на стадионе. Вчера был форвард, сегодня чемпион. Чемпион, чемпион. Еще вчера это были эти мужики в лаптях, сербягах. А теперь это уже почти игроки, а? Ну, синий пак. Для того, чтобы понять, чего они на самом деле стоят, необходимо организовать игру с каким-нибудь настоящим чемпионом. А Волк. Так. Я им так подкачу. Не только без мяча. Без порток останется. Да. Хэнза. Защита? Можете положиться, босс. Я им весь дух выше. Вот. Твоя задача – бить по мячу. Малыш. Где Варлам? Варлам. Хорошо. Ты форвард. Твоя задача как форварда – вести команду. Теперь, если потянешься к луне, можешь поймать звезду. Звезда. Есть только одно «но». Нужна чертова форма. Вот это что на тебя надето? Малик сшила. О, молодец, девка. О, из мешковины шила, рукастая. Пришли ко мне ее завтра. Соломоша, мне нужна вот такая форма. Ой-ой-ой-ой-ой. Могу я сшить такое белье? Конечно, смогу. А без лекал? А без лекал ничего не получится. Ну-ка, покажи. Да здесь все просто. Все просто. Просто-просто. А где же ты образец взяла? На картинке? На картинке взяла. Где училась? Мама учила. Мама? Мадам, у вас золотые руки. Пойдет? Далеко пойдет. Только сделай такое, чтобы они как пули летали. Сделаем. Невиданное зрелище! Народная лига! Невиданное зрелище! Новый фасон игры для ног! Спешите видеть! Только на лысом поле! Народная лига! Новый фасон игры для ног! Пускайте публику пока бесплатно. Они должны распробовать вкус. Ну, мы же учимся играть. Пусть они учатся смотреть. А, почтение. Добрый день, Родион Арсеньевич. Ну что, пришли полюбоваться настоящей игрой? Пришел посмотреть на сенсацию, о которой так все говорят. Вон! Бывший бурлак? Нынешний форвард. Скорее обезьянка в вашем зоопарке. Ведь бить силой по мячу еще не значит понимать все прелести нашей игры. Позвольте вас на минутку. Пожалуйста. Миша. Михаил Павлович, вы согласны, что играть вам теперь не с кем? Команды Паркера не существует. Неужели вам не скучно?
А играть друг с другом, это же поддавки. Сыграйте с моими. Ну, не все же ананас с шампанским. Иногда и хрен с редькой неплохо, а? Родион Арсеньевич, не считайте меня высокомерным, но мы футболисты, а они простые мужики. Готов держать пари на любую сумму. Вы продуете этим мужикам. На любую сумму, говорите. И не боитесь. Нет, не боюсь. Ну вот если поставите на кон свою фабрику, тогда соглашусь. Ну что? Пойдет. Вы смелый человек. Ну что? Я поставил на кон свою фабрику. Родион Арсеньевич, вы спятили. Вы своими руками себе могилу выкопали. Ничего, ничего, ничего. Я ж успех на время. Проигрыш не навсегда. Ничего, ничего. Игра только начинается. Ну, Яш, ну! Потому что Родион Арсеньевич фабрику свою на кон поставил. Если вы проиграете, мы голые останемся. Вот, Буция. Буция. Прекрасная. Отлично. Спасибо, но какая фабрика? Его фабрика. Его... А ты не знал? Вот чулки. Ну, чулки. Сакс. Гетры. Сакс. Спасибо, но фабрика. Мне про это не говорили. Я не могу нести ответственность за фабрику, за семьи. Балашов не понимает, как делается команда. Яша, я должен с ним поговорить. Надо, поговорим. Боже мой. Что мы с вами сделали, боже мой? Мерзавец! Простите меня, пожалуйста, простите. Меня как в ресторане простите, я... Я не знал, ни сном, ни духом. Где Паркер? Паркер оставил вас в залог. Он мне просто очень много денег должен. Очень-очень много денег. Вы, говорят, плохо работаете, капризничаете, балуете. Нехорошо. Не надо баловать. Ладно? Убери. Я знать, как вернуть деньги. Я слушаю. Тебе надо... Девка. Какая девка? Russian forwards девка. Не понимаю, какая Russian forwards девка? Зачем она мне? Он не играет. Не может, не играет. Что он? Без нее. Проигрывает? Да. Проигрывает, это хорошо.
тебя обязательно отпущу. Джонс, садись. Ну, зачем ты меня звал? Я за твою фабрику отвечать не буду. Во что ты меня втянул? Как во что? В игру. В игру? А как же твое дело, твоя фабрика? Твои люди готовы играть, но они не готовы выигрывать. Я был игроком, но никогда не был тренером. Ты должен отменить матч. Ты что, брат, шутки со мной шутить вздумал? Я игру отменять не могу, вся Москва ждет. Они не настоящие игроки. Они не футболисты. Они бойцы. А? Даже если мы проиграем, игра состоится. Мне результат не важен. Тогда ты дурак. Что ты орешь? Трус! Родион Арсеньевич! Родион Арсеньевич! Ошибся я. Обставил меня князек. Он и потому пари принял, что увидел, как наши на самом деле играют. Мы проиграем. Почему проиграем? Все ж хорошо. Вон они сыграют. В своем уме, нет? Ты бы еще девок сатаны привел. На хитровке нашел. Паркеровские. Все разбежались, а они нет. Ну, а они же не наши. Были не наши, будут наши. Кого только Русь-матушка не принимала. Не хотят они на родину возвращаться. Скучно им там, душно. Русской воли хлебнули, все. А греки? Конечно, тоже ж люди. Ну а чего, посудите сами. Ни к чему мы принимали. Они у нас камергенерами были, казалось, как французы-лягушатники, учителями. И вот для агликов тоже работу найдем. Как говорится в Священном Писании, всякое дыхание да славит Господа. Я покажу ему трус. Уилл, Майкл, Джонс. Чем вам не команда? Как вы хотели? А как же они с нашими разговаривать-то будут? На каком языке? На каком языке? На языке футбола. Значит, сыграем. С этими двумя может что-то и получится. Будем играть. Эй, куда? Заходи. Чего так долго тебя не было? Да Балашов долго не отпускал. Ты за что так сильно его не любишь? А? Я его люблю. Но деньги я люблю больше. Правильно. Садись. Садись. Яша. Яшенька. Сделаешь все до конца, получишь половину. Балашовской фабрики. Вы оглянуться не успеете. Как мы уже будем Родиона Арсеньевича на паперте копеечку кидать? Паперть — это хорошо. Паперть я люблю. Я же увижу Балашова на паперте. Всю фабрику тебе отдам, понял? Ну, как же мы это сделаем? Есть у меня
Одна идейка. Но я... Нужно будет идти до конца. Ты же понимаешь. Давай, давай, давай! Думаю, у нас есть шанс. Малика, тебя там у входа спрашиваю. По поводу краски. Соломон Моисеевич, я выйду? Футболист, для тебя подарок. Садись, прокатимся. Ну, чего ты молчишь, Варлам? Девку и денег еще дам. Понял? Согласен. Принимаем ставки. Легендарный матч «Сокольники» против «Диких». Принимаем ставки. Принимаем ставки. Бинго-бум. Принимаем ставки. Спасибо. Принимаем ставки. «Сокольники» против «Диких». Легендарный матч. Принимаем ставки. Принимаем ставки. Принимаем ставки. Слышишь, что шумят-то? Что-то шумят, что-то дают? Что шумят? Давай. Вы тут не пройдете, дяденьки. Слышь, пацан, а что здесь? Званый ужин, а? Не, мужик. Футбол тут. Чего? Ножной мяч. Игра такая, заморская. Че? Происходит ты че? Человек 1000 собралась. Да ты что, ты брешешь? Вот тебе крест. Дикие. Что за черт? Слышь, пацан, ты лучше смотри. Да. Да я смотрю. Никого нет.
Одни бурчуки. Что? А! Что там, похоже? Прош! А, я соколики! Чего да. там? Ну кого поставили? Это ж не такое. А вы не знаете, почему игра все еще не началась? Говорят, дикие струсили. Какая игра? Где игра? Ничего ж не происходит. Ну как же, это и есть то, ради чего мы здесь собрались. Ожидание развязки, как в трагедии. Все это было специально? А как же? Я собаку на футболе съел. Где вы нашли такую маленькую собаку? Позвольте. Еще вчера это были просто простые мужики в лаптях. Какие это мужики? А сегодня это первые народные футболисты. Орел. Эффектно? Посмотрим, что будет дальше. Вперед! А почему они так легко одеты? Прям как в балете. В балете хотя бы в трико, а здесь? Отлично. Закрой его! А вы не знаете, сегодня кто-то умер? Так это сокольники диким гол забили.
Не бойся. Он тебя не тронет. Я его наказала. Где Паркер? Мне смеялись в лицо! Молодцы. Парни, какого черта? Что происходит? О чем вы думали? Вспоминайте, что мы учили. Вспоминайте все, что мы отрабатывали. Мы не виноваты, это все сокольники. Не бойся их. Посмотри им прямо в глаза. Мы не хуже, чем они, если не лучше. Черт, я был боксером, был футболистом, как вы. Я знаю, как тяжело быть победителем. Я верю в каждого из вас. Но вы должны поверить в себя. Мне зрители что-то кинули в спину. Ну их зрители поддерживают. Вот именно. Конечно, поддерживают. Футболист — это всегда мишень для зрителя. Пускай бросают камни в нас. Мы построим из них памятник до небес, крепкий как Кремль. Сдаться легко. Умереть легко. Выиграть тяжело. И мы выиграем вместе. Валам, ты капитан команды. Что ты скажешь? Что ты скажешь-то? Капитан команды. Я недавно на реке лямку тянул. Волк, он на хитровке народ щипал. Пензу ушибал. Тут каждый про себя все знает. А теперь мы в футбол играем. С благородными наравне. Да, может, мало умеем еще, но ведь играем. Я вам так, брат, скажу. Вдруг выиграем. Я вас не подведу. Только вы уж меня не подведите. Слышь, оглобля, не дрейф! Порвём их!
Глашу его знаешь? Да. Передашь ему лично руки. Кажется, народ меня поддерживает. Вы же поддержали народный футбол. Скорее, затея Балашова. Но уже не жалею об этом. Родион Арсеньевич, это вам. Родион, уйди, не до тебя сейчас. А, ты ничего не понял. Ты вон туда посмотри. Дай подержи. Да, сюда от греха. Ты что думаешь, я ж на тебя работал? Он всю жизнь в третьем отделении прослужил. 10 лет назад после ранения его к себе забрал. Он верит. Не котик, ну чего? У Тутки твой котик, а бумажки твои приходные у меня. О, это к тебе. Я ненадолго. А, иди, иди. Отлично! Футбол становится все ожесточеннее. Да, они играют на раунд. Что, умеют играть? Вы про команду вашего племянника? Я про этих диких. У них английский тренер. Это многое объясняет. Почему нам было не нанять такого же? Говорят, он пьет. Судя по результату, алкоголь у него не столько отнял, сколько дал. То свадьба, то похороны. Давай, Барланша! Действуй! Вар! Кажется, я голос потерял. Я оглохла. Thank you.
Это была честная игра. Но матч-реванш я вам обещаю. С нами, с простыми мужиками. Это футбол. Отличная работа, Родион Арсеньевич. Я думаю, футболу надо жить. Все бумаги на создание официальной лиги я подпишу. Ну, Родион Арсеньевич, ну, дружил. Раза три у меня сердце чуть не выскочило. Так, футбол увлек? Скорее, твое чудо, волжский парень. А я сам боялся, что без фабрики Стенку
первые падения, чтобы были первые деньги. И вот удача прямо из уличной банды. Его берут играть в футбол в английскую команду. Вот, посмотрите, кто это бежит по правой бровке. Это Варлам, упорство, усердные тренировки. И собрав кулак всю волю, что досталось от матери, не жалея ног, играет против русской аристократии. И за волю к победе его признает народ у чемпионов комбинаций. Как льёт, как богам не обойтись без небесной маны. Так у чемпионов за душой есть свои талисманы. У него есть подруга любовь, он знает, что он не один. Ведь когда она на него смотрит, он непобедим. Чемпион, неважно во дворе и на стадионе. Чемпион, вчера был форвард, сегодня стал чемпион. Чемпион, не важно во дворе или на стадионе. Вчера был форвард, сегодня чемпион. Чемпион.